По предварительным данным управления Росреестра по Бурятии, только в Улан-Удэ насчитывается более 2000 неоформленных гаражей. Гаражная амнистия позволяет бесплатно в упрощенном порядке узаконить как сами постройки, так и землю под ними. Но для этого нужно собрать ряд документов. В первую очередь необходимо тем, у кого гаражи расположены в кооперативах, обратиться к председателям и найти документы, которые свидетельствуют о том, что земельный участок отводился кооперативу, документы о распределении участков либо гаражей между членами ГСК, либо справку о полной выплате ПАЭ получить. Если таких документов нет, то нужно найти договор на предоставление или оплату коммунальных услуг. Подойдет и технический паспорт по результатам инвентаризации до 2013 года. А также владелец должен предоставить технический план постройки и документы, подтверждающие права на гараж или участок. Бумаги необходимо отнести в администрацию района. Необходимо отметить, что заявление об осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав подается комитетом самостоятельно в управление Росреестра по Республике Бурятия. При этом государственная пошлина не взимается. Кроме того, закон действует с 1 сентября 2021 года по 2026 год. Важно знать, что амнистия распространяется лишь на постройки, возведенные до 30 декабря 2004 года. И узаконить можно только капитальный гараж, у которого есть фундамент и стены. Металлические конструкции, так называемые ракушки, по этому закону оформить не удастся. Алексей Унагаев, Валерия Каратуева, Сергей Петров, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.